Всем привет! У нас очередное домашнее задание, и так как у меня мало времени, сразу перейдем к делу. Лёша попросил меня заучить перебор совместно с зажатием ладов. То есть первое упражнение должно выглядеть следующим образом. Сначала я... стандартный перебор, потом я зажимаю шестой лад, шестую струну, не знаю, как это называется, отстаньте от меня, вот, на втором ладу, а потом на третьем, а потом снова на втором, а потом снова без него, вот, поехали! В общем, вот так. Много занималась, к сожалению, сейчас гитару расстроила. Она меня расстроила, а я ее, так мы с ней живем. Вот. Второе упражнение, это уже на первой струне, на самой нижней, перебирать 0, 0, 3, 2, 3, ну и потом 5, 0. А перебор должен быть следующим. Вот так. Ну, естественно, сверху. Зажимаем. Хорошо, приступим. Просто сейчас раннее утро, а мне еще на работу идти. Вот, сегодня занятия, я еще ничего не сделала. Ну, в смысле, видео не записала, репетировала я каждый день. Поехали. Thank you.
пока что тяжело еще руку правильно держать, чтобы пальцы перпендикулярно грифу держались, и при этом рука не изворачивалась при погибели. Вот. Но что есть, то есть. Вот. И третий перебор, он самый сложный, потому что он предполагает, что третью струну ты сначала зажимаешь на первую. Сначала зажимаешь на первом, потом на втором. Ешкин кот. Потом на втором. Вот, ты сначала делаешь первый, потом второй. Потом четвертый мизинец, очень болит мизинец. Потом обратно второй. И потом все по кругу заново. А перебор вот такой. Вот. Погнали. Какие-то такие упражнения. Плюс мы учились читать стихи под на двух струнах. Вот так. Вот, мне на самом деле вот так-то нравится делать. Вот, но пока еще непонятно для чего. Вот, я надеюсь, что ближайшие занятия мне расскажут. Вот. А еще я настрою гитару. Обязательно. Сегодня же, вечером. Что-то я накрутила.